На 50-й день после Пасхи православные отмечают День Святой Троицы, один из 12 главных праздников. В этом году он выпал на 4 июня. По традиции в этот день храмы украшают ветками березы и устилают скошенной травой. Все вокруг зелено. Для города Балаково этот день особенный. Кафедральный собор в честь Святой Живоначальной Троицы отмечает престольный праздник. Божественную литургию в соборе возглавил епископ Балаковский Николаевский Варфоломей. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. В Свято-Троицком кафедральном соборе собрались прихожане со всего города. Храм был полон. После литургии по случаю престольного праздника был совершен крестный ход вокруг храма. Завершился он долгожданным событием. Епископ Варфоломей совершил освящение мозаичного панно Голгофа на западной стороне Свято-Троицкого собора. Работы по изготовлению и установке мозаики были проведены при финансовой поддержке компании «Фосагра». Без вас, наверное, невозможно было сегодня видеть ту красоту нашего храма. Особенно икона и Святой Троицы, и Спас Нерукотворный, которые сохранили. Мы с вами знаем, что прошло бы еще 10-15 лет, и даже икона Спаса, она бы не выцелела, потому что она уже почти 10 сантиметров отошла от стены, она бы просто рухнула. Сегодня мы выражаем слова благодарности вашей компании за те труды, которые сделаны для возвращения первозданного вида нашему храму. Мы надеемся, что храм будет тем местом, куда сердце каждого из нас будет всегда стремиться. В этот день звучали слова благодарности в адрес тех, кто помогает храму. За многолетние усердные труды во благо Христовой Церкви медалью Балаковской епархии в честь святого праведного Александра Чигринского были награждены представители Балаковского филиала АО «Апатит», директор Андрей Шибнев, заместитель директора по работе с региональными органами государственной власти Наталья Красильникова и ведущий специалист отдела главного архитектора Сергей Афонин, а также директор губернаторского колледжа Борис Дермер и художник-реставратор Игорь Лаврененко. Я уверен, что эта маленькая капелька, которую мы делаем здесь, она выльется в большое море. Море любви, счастья и мира. За многолетние труды в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения архиерейскими грамотами были награждены педагоги воскресной школы Девора Галина Черняева, Елена Анисимова и Лариса Токарева. Епископ Варфоломей поздравил всех собравшихся днем рождения Святой Православной Церкви и с престольным праздником собора. Этот праздник стал не просто радостью только для одних прихожан Свято-Троицкого собора, но это радость для всего города, потому что собор называется кафедральным, и по праву мы можем назвать душой города. Еще раз всех поздравляю с праздником, с днем рождения церкви. Пусть каждый, кто зайдет в этот храм, обязательно выйдет из него более чистым, святым, любящим, милосердным друг друга. И пускай вот эта мысль о том, что мы одна община, мы должны поддерживать друг друга, любить, помогать друг другу, обязательно всегда присутствует в нашем сердце. На территории собора была организована общая трапеза и прошел праздничный концерт. Выступили творческие коллективы из Дворца культуры, губернаторского колледжа, городского центра искусств, детской школы искусств, воспитанники и педагоги воскресной школы Девора.